President Vladimir Putin has warned that Russia could take countermeasures if it felt threatened by NATO. Putin issued the warning in an interview with US filmmaker Oliver Stone for the Igor Lapotanak-directed documentary Ukraine on Fire. It's a film that's described as revealing the historical premise of the ongoing Ukrainian crisis, its current political backstage, and its dangerous potential for the world. Oliver Stone is credited as executive producer and having conducted interviews. In the documentary, which was broadcast on Russian television on Monday, the president told Stone that Russia was worried about NATO's expansion. Очень тяжелая, потому что сама по себе база ничего не значит. Но вот чтобы я хотел отметить один нюанс. Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? Нас беспокоит практика принятия решений. Я знаю, как принимаются. Когда страна становится членом НАТО, ей уже очень трудно сопротивляться давлению со стороны такой крупной страны, лидера НАТО, как США. И там легко появляется, может появиться все, что угодно. Система противоракетной обороны, и новые базы, и если потребуется, и новые ударные комплексы. А нам что делать? Мы должны в этой связи предпринимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает. On Monday, Russia confirmed it had deployed state-of-the-art anti-ship missiles in the nation's westernmost region on the Baltic Sea. They'll be on duty in the Kaliningrad enclave that borders NATO members Poland and Lithuania. Знаете, мне кажется, я не всегда понимаю логику наших партнеров. Иногда осталось впечатление, что нужно держать в повиновении и наладить дисциплину в своем собственном западном, так называемом, атлантическом лагере. Для этого нужен внешний враг. При всех опасениях Иран на это не очень тянет.